Секс бывает безрассудным, ярким, дружеским, творческим, спонтанным, первым, романтическим, скучным или случайным. Но стоп! Секс без презерватива быть не может. Это важно для твоего здоровья. Секс с человеком, имя которого ты узнаешь утром, в лучшем случае, вполне может быть ярким и незабываемым. Новые ощущения, приятный вкус запретного, отсутствие взаимных обязательств – все это пьянит и настраивает на игривый лад. Что такое безопасный секс? Некоторые считают, что безопасный секс может быть только с проверенным партнером. Другие, более кардинально настроенные, считают, что безопасный секс – это чай. Точнее, секс вместо чая. Давайте попробуем понять важные вещи. Как заниматься сексом и при этом испытывать фейерверк эмоций и как не заразиться ВИЧ-инфекцией. Если это твой первый секс, дружеский совет, настройся на позитив. Во-первых, не обязательно, что твой первый секс запомнится. Во-вторых, 90% из 100, что все будет не так, как ты этого ожидал. Но если тебе удалось попасть в группу тех 10% везунчиков, то скорее всего ты испытаешь другие, незапланированные эмоции. Секс без презерватива все равно, что игра в русскую рулетку. Стоит ли храбрость, граничащая с безрассудством, твоей здоровой и полноценной жизни? Решать тебе. Что такое секс истинный и искренний, ты узнаешь только со временем. Сколько бы ни писали книги и модные журналы, как заниматься сексом, для тебя будет ценным только твой опыт. Поэтому не спеши и наполняй свой мир красивыми и здоровыми сексуальными эмоциями.